Всем привет! Сегодня будем готовить сухое вино. Нам понадобится для приготовления 10 литров мятого винограда. Ну, 10 килограмм. Было собрано мною примерно 2, наверное, ну, около 2 ведер винограда. Виноград нам надо перемять. Мну полностью с кисточкой. Виноград должен быть сухим, немытым, так как на ягодах находятся дикие дрожжи, они способствуют брожению нашего напитка. В прошлых видео я добавлял воду, но здесь процесс немного другой. Воду мы сразу не добавляем, чтобы нам узнать, в какое время надо отбивать нам кисточку и все остальное. Каждый день перемешивать будем вино в емкости. Емкость использую алюминиевую флягу. Можно использовать любую другую, у кого какая есть, только желательно с большой горловиной. Емкость должна быть сухой и чистой. Сахар. Сахар будем добавлять 1 килограмм на 10 литров уже после того, как брожение пройдет у нас. Также 3 литра воды. Так как без воды сильно будет тяжелый напиток на желудок. Все хорошо переминаем. Замеряю для того, чтобы было понятно, сколько мне воды добавлять после брожения. У меня ведерко мерное 5-литровое. Порченная кисточка. Сразу, если увидели где-то порченная кисточка, насекомые, много насекомых, паучки, убираем. Если не знаете, в какое время собирать виноград для виноделия, подскажу. Как увидели, что пчелы или осы летают над ягодами, собирают нектар, сахар, пьют из ягод, значит, уже пришла пора для виноделия. Разминаю голыми руками, но если есть перчатки, можно в перчатках, так как виноградный сок, особенно синего винограда,
сильно ядовитый, так сказать. На кожу сильно влияет, вызывает аллергию, зуд, покраснение. Ну, я не первый день давлю руками. Вроде бы все нормально. Организм как-то борется. На четвертый день после того, как, ну вот мы поставим сейчас бродить, на четвертый день нам нужно отбить косточку от нашего вина. Наше вино будет бродить 7 дней. После 7 дней отбиваем полностью, процеживаем. Можно использовать большой дуршлаг, сито. Нам нужно отделить сок от выжимок, чтобы сок у нас уже был чистый. Как сок у нас будет чистый, добавляем 3 литра воды. Килограмм сахара. Вот. У нас и вышло. Если любите более сухой напиток, сахар можно сократить до 0,5 килограмма. Ну, на этом и все. Удачи! Всем спасибо. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем удачи!